Они боятся сюда выходить, потому что им нечего сказать нам. Позор! 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 Райисполком выполнил свою часть требований. Но облисполком нет. И что мы будем делать теперь дальше? Совершенно верно! Нам пытаются навязать диалог, нас пытаются кормить компромиссами, нам говорят, давайте все решим, но когда все успокоится? Когда все успокоится, никто ничего решать не будет. Сейчас власть решает не наши проблемы, она решает свою проблему. И вы ее проблема на данный момент. Сегодня чем занималась власть? За закрытыми дверями все директора крупных предприятий решили, как бороться с забастовками. Мы их в требованиях своих просили вчера не наседать, не давить, не увольнять, не репрессировать. Что мы получили в ответ? Туда не пустили ни журналистов. Туда не пустили никого, кроме властей, у которых какая была цель? Нашу проблему они там решали? Нет! Свою проблему они решали? Нет! Будем мы им позволять решить эту проблему? Нет! Самое страшное для власти сейчас – это забастовка. Ей не страшны вот эти наши митинги, но от них нельзя отказываться. Ей не страшны цепи солидарности. Ей сейчас ничего не страшно. Ей страшна забастовка. И вы опора власти, вы ее кормите. Вам нужна такая власть дальше? Вы хотите ее кормить? Ну тогда перестаньте кормить эту власть. Скажите «нет». Четко, открытым, без страха. Страха уже нет и быть не должно. Нет пути назад, только вперед, до победы. Не кормите эту власть. Забастовка! Помните, друзья, помните, вы не одни. И все рассказывали, как на них давят. Как им говорят о том, что мы прекратили забастовку. Это все неправда. Мы не прекращали забастовку. Мы вас не бросали. Нам сегодня рассказывали о том... Нам сегодня рассказывали наши же коллеги о том, каких пытались подкупить, предлагая деньги. Но мы не продаемся никогда. Нас сейчас пытаются отправить за свой счет, нас пытаются отправить в отпуска, нас пытаются сбросить всех бастующих на один объект, забрать оттуда линейных работников, то бишь прорабов, мастеров, которые подходят к нам и говорят: народ, мы с вами, но мы не можем, мы боимся за свои места. Извините меня, сколько бы вы ни получали, народ не продается. И если вы с нами, так выйдите с нами на забастовку. Сейчас я обращаюсь к своему начальству, к Вагапову Алексею Исаковичу, с которым вчера нам рассказывали, что проводилась беседа, который вчера обещал не давить нас, который обещал, что не будет давить наши забастовки. Сегодня он их давит, завтра он их будет давить. Об этом уже сказано. Алексей Исакович, если вы не с нами, то хотя бы не будьте против нас. Мы вам очень благодарны за все, но ваше время проходит. И если вы не можете с нами справиться, значит отойдите в сторону и дайте тем, кто это может сделать. Нас так.